Всем здорово, с вами Капитон. И сегодня наконец-то долгожданный 7-й день трейда. Как и обещал, в конце моей рубрики мы разыграем для вас всю голду, которую натрейдили. И тут хватает примерно на нож. Да не просто на какой-нибудь там дешевый нож, а на довольно крутой. Поэтому сажусь поудобнее, потому что сегодня в конце видеоролика у нас будет конкурс. Так что если ты хочешь принять в нем участие, то досмотри видеоролик до конца, а мы начинаем. Немного грустная новость, я слил голду в прошлом видео, я заказал статрековский P90 Samurai, который мне пришел за 800 голды, но продать я смог его только за 700, что довольно конечно же грустно. Вне ролика я начал трейдиться и скупал скины с наклейками и продавал чуть дороже. По итогу в минусе мы на голды 20, так что это не критично, потому что сегодня мы будем ее возвращать. Ну а как? Мы будем делать это на дигле Морган. Вопрос, почему на этом дигле? На нем мы будем заказывать огромное количество диглов и уходить на час-два по своим делам. Ну, я буду уходить по своим делам, а вы, конечно, будете просто смотреть видеоролик. По итогу, дигл Морган будут сливать в огромном количестве, с наклеечками, либо просто за лоу прайс. Все скины, которые слили с наклеечками или за лоу прайс, будут составлять нашу прибыль. Ну что ж, заказываем огромное число диглов и посмотрим, какой итог будет через определенное время. Ну, я вернусь примерно через часа 3, так что посмотрим, что из этого выйдет. Все, не теряйте, я скоро вернусь. Прошло уже полчаса, может и час. Хочу сделать для вас такую интрижечку. Итак, сейчас мы зайдем в игру и посмотрим, сколько диглов мне слили. Но скажу так, их пришло уже довольно много, и результат меня радует. Ну а что из этого вышло, сейчас мы с вами и увидим. Ох, вот она, долгожданная загрузочка, и в моем инвентаре 31 новый предмет. Сейчас давайте же посмотрим, какие это предметы. Оп, это 31 дигл. И я уже вижу то, что есть наклеечки. Это очень хороший результат, потому что наклейки это круто. Так, первый дигл с наклеечкой, думаю, за него точно переплатит. Второй дигл, тоже довольно неплохой. Так, тут вообще 3 наклеечки. Четвертый дигл, 2 наклеечки. Одна из паса и одна эпик. Очень классно. Ну и вот такой вот дигл, самый дешевый из всех диглов с наклеечками. По итогу 5 диглов с наклейками. Неплохой результат, могло быть и хуже. И остальные диглы, получается, будут проданы по обычной цене и проданы в ноль, либо в плюс на парочку копеек. Давайте теперь посмотрим, сколько скинов мне пришло по лоу прайсу. Ну и так, что-то парочку раз прожмем, чтобы прогрузилась страница. Итак, ну, в принципе, я пока не вижу лоу, походу нам все диглы пришли по фулу. Ну, бывает, бывает. На самом деле это довольно дефолтный результат, то, что все диглы приходят по фулу. Обычные диглы будут проданы просто по обычной цене слота и будут выставляться по 1-2 штучки. Как только купят, будут выставляться еще 1-2 штучки. А диглы с наклеечками будут проданы чуть дороже. Итак, кстати, для тех, кто не знает, как определить цену с наклеечкой, просто чуть листаем вниз и смотрим, за сколько в среднем ставят диглы с наклеечками. По такой цене мы и ставим чуть, соответственно, дешевле, чтобы купили именно у нас, а не у них. То есть оставляем некую конкуренцию для людей при продаже. Так, диглы с одной наклеечкой я выставлю по 29 золота. Прибыль с них будет 4 голды примерно. А диглы, которые с двумя или с тремя наклеечками, ясное дело, будут выставлены чуть дороже. И за 31, но я выставлю примерно за 35. Вот этот вот дигл с двумя наклеечками, отлично. И последний дигл, но я думаю, выставлю его, ну, голды за 40. Это примерно его цена. Так вот, за 42 стоит, значит, смысла нет покупать у нас дороже, поэтому выставим, ну, за 40. Думаю, хорошая цена для этого дигла. Все, диглы я выставил, теперь буду ждать того, когда у меня их купят. Диглов у меня довольно много, и продать их будет довольно тяжело, но все же постараюсь. В то время, пока я продаю диглы, параллельно я буду сидеть на каких-либо скинах и ждать скины с наклеечками. Так что сегодня трейд будет идти полным ходом, потому что последний день нужно вкладываться для результата. Все, приступаем. Решил, что выставлю сейчас все диглы на продажу одновременно. Какую-то часть диглов у меня уже купили. Кстати, только что вот купили дигл с наклеечкой. На балансе пока что 960 золота и довольно большое количество диглов в инвентаре. Сейчас я все эти диглы выставлю на продажу и вернусь тогда, когда у меня купят большую часть, либо и вовсе все диглы. Ну вот, все диглы я продал, с этого цикла в плюсе я остался так-то на голды 40. Считаю этот цикл довольно неудачным, несмотря на то, что были скины с наклеечками. Все же этот цикл довольно неудачный, потому что могло быть и лучше, если бы хотя бы пришло
2-3 лоу на 30 диглов, это вполне нормально. Но в минус мы не ушли, а это значит, мы двигаемся дальше. Сейчас я буду расставлять запросы и просто искать выгодные скинчики с наклеечками. Самые внимательные помнят, что на протяжении всей рубрики в моем инвентаре лежал вот этот калаш и глок. Я их продал, и теперь на моем балансе 1500 золота. Зачем же я их продал? Сейчас объясню. Так вот, специально для вас, как вы просили, я делаю конкурс на 15 призовых мест. Каждый из вас имеет возможность получить на свой аккаунт 100 золота. Да, возможно, это малый приз, но зато шанс велик, потому что 15 человек заберут приз. 15. Не один, не два, не три, а целых 15 человек имеют возможность забрать приз. Но каковы же условия для того, чтобы принять участие вот в такой вот неординарной халяве? Все просто. Ставишь лайк на видос и в комментариях, как обычно, пишешь свой ID в игре. Не нужны никакие данные от твоего аккаунта, просто ID в игре. Я сам с тобой лично свяжусь и передам тебе золото. Также для лучшей связи можешь оставить ссылочку на свою страничку ВКонтакте. Это будет удобнее как мне, так и тебе, но просто достаточно одного ID, если у тебя, к примеру, нет ВК. Все, условия на этом заканчиваются. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока, ждите один очень интересный разговорный ролик, и он реально очень важен для меня и, возможно, для многих. Забыл упомянуть про итоги, они будут примерно через недельку, может через две. Если что, я напишу об этом в описании к видеоролику. Все, мне пора заканчивать. Огромное тебе спасибо за просмотр. Ставь лайк под видеоролик. Это будет огромным стартом для тебя, если ты победишь в конкурсе. У тебя на балансе уже будет 100 голды, и ты реально начнешь с них трейдиться и так далее. Все, огромное тебе спасибо за просмотр, друг. Удачи.